Результаты напряженной работы Стачного комитета были выдвинуты 6 самых основных требований. Сейчас я их озвучу. Первое. Признать результаты выборов президента Республики Беларусь 9.08.2020 года недействительными. И участников мирных акций признать все постановления и приговоры, вынесенные в рамках в отношении их необоснованными и незаконными, в рамках прокурорского реагирования вынести акты протеста. Четвертое. Не допускать применения мер административного воздействия в виде дисциплинарного, административного и уголовного наказаний в отношении лиц, участвующих в забастовке. Обратиться к руководству банков, не взимать проценты по кредитам участников забастовки до ее прекращения. Действия настоящего коллективного договора ООО «Беларусь-Калий» до истечения срока его действия. Уважаемые друзья, думайте хорошо, делайте хорошо, все будет хорошо. Мы с вами, мы вместе, вместе мы сила.